Добрый день, зрители нашего канала! Поговорим сегодня о мебели для гостиной, ведь это то место, где собираются гости, поэтому там должны быть такие декоративные предметы, которые создадут домашний уют. Оригинальные кованые диванчики, банкетки, журнальные столики или газетницы никого не оставят равнодушным. По вашему желанию вы можете приобрести как отдельные элементы мебели, так и целые комплекты, подобрать которые помогут наши менеджеры, или это сможете сделать вы самостоятельно. Выбирая мебель для гостиной, обратите свое внимание на журнальные столики, которые имеют различную форму – круглые, квадратные, со стеклянными или деревянными столешницами. Кованые ножки изгибаются в невероятные узоры – металл черного или позолоченного цвета, а также журнальные столики с подстольем из полистолона с оригинальным дизайном в виде сфинкса или слона. Покупая мебель для дома, не оставьте без внимания банкетку или диванчик, которые смотрятся благородно и делают гостиную изысканной и утонченной, со спинками и без них, с мягкими сиденьями, обитыми белой или черной искусственной кожей. Также в нашем ассортименте имеются кресла, пуфики и стулья. Миниатюрные пуфики с мягкими сиденьями, удобные стульчики со спинкой просто незаменимы у стола в гостиной. Кованая газетница – это место для хранения журналов и газет, а также украшение интерьера. Обычно ее располагают на полу в гостиной или прихожей. Она может стать дополнением к другим кованым изделиям, например, вешалке или зеркалу. Как же украсить стены в гостиной? Хорошим вариантом будут настенные полки, где могут располагаться статуэтки, вазочки и другие мелкие очаровательные вещицы. Также можно поставить горшок с любимым комнатным растением. Подписывайтесь на наш канал и следите за акциями.